Привет, Эшли. Привет, Джордан. Извини за опоздание, там просто пробки были. Я знаю. Еще и жара, лето. Сам еле сюда пришел уже. Ой. Так. Итак. Эшли Беннет. 13 июля 95-го. Диагноз психическое расстройство на почве автокатастрофы 2012 года. Так, что? Как дела, Эшли? Нормально. Как неделя прошла? Нормально. Ты ходил на кружок, который я тебе посоветовал? Там была вышивка крестиком, да? Да. Интересно? Да. Ну вот видишь, я же говорил, очень интересный кружок. Я тебе тут еще парочку нашел, я тебе их запишу как кружок. Нет! Не надо. Нет. А, я хочу выходные, ну, понимаешь, выходные нужны мне. Ну, отдыхать. А, отдохнуть? Очень, да. Хочу. А, ну хорошо, не волнуйся, на следующий день тогда к тебе перепишу. Очень интересно, там, значит... А можно на следующий год? Ну, я подумаю, хорошо? Хорошо. Смотри, на прошлой неделе ты жаловался на ночные кошмары, сильную депрессию, бессонницу. Что да. у тебя с этим? А, все плохо. Все еще осталось? Да. Это печально. Как у тебя с общением? Нормально. Ты с мамой общаешься? Да. Очень часто? Нет. Это плохо, потому что родственники в такие моменты обычно помогают своим близким, и тебе бы не помешало бы с ней встретиться и пообщаться. Очень советую. Так. Я вижу в твоих глазах какая-то печаль, Эшли. Расскажи мне, что случилось, я жду психиатра. Ну, это мне снятся сны, где меня убивают. Своя же тень. И давно это продолжается? 2 недели. А что ж ты раньше не рассказывал? Ну, я забываю, ну ё-моё. Вообще, когда снятся такие сны, скорее всего, это из-за того, что у тебя произошло что-то в жизни. То есть, та же самая автокатастрофа или какое-то другое событие. И когда будешь видеть и решаться этот сон, ты представь что-то хорошее, какие-то позитивные мысли, воспоминания, что-то доброе. Mm-hmm. Я пропишу тебе также таблетки, они успокоительные, хорошо помогают. Кумадин, принимать, значит, 3 таблетки в день, mm-hmm. очень помогают. Хорошо. Вот. Что-нибудь еще тебя тревожит, беспокоит? Нет. Раз тебя пока что ничего больше не тревожит, встретимся с тобой через 1 неделю. Твой кружок я переношу на следующую неделю. Там... Обязательно сходи, очень интересный кружок, там лепка из глины. Нормально все. До встречи в следующей неделе, Эшли. Пока. Голоса. Манюха. Это такое было написано.
Книга рецептов. Поварская, что ли? Ебать, что это? Это телевизор или кофеварка? Я что-то немного не понимаю. Меня не так напрягает сейчас страшная музыка, как вот эта вот херня. Что? Кто дизайнер? Косите. Кто там? Это я, мама. Эшли. Как дела, сыночек? Нормально, мам. Понятно. Что нового, сыночек? Ничего. Как самочувствие? Нормально. Как кошка? Да нормально. Я пройду в комнату? Да. Как твоя депрессия, сынок? Она прошла? В моей жизни все хорошо, не то, что в твоей. Я думаю, тебе не стоит себя винить в той автокатастрофе. Мам, у меня все хорошо. Зачем ты пришла? Да так. Проведать сыночка. Все, проведала. Ты свободна, можешь идти. Ну ладно, пойду макияж поправлю.
Reported southbound on Highway 99. Can you give me more info on that call? Just clearing another call. I'm headed over there. Closing fast on a vehicle that matches the description. That reported party? All units go to condition 2. Piled into a rig. Stand by. I'm going to try to get in front of this guy. Slow him down. 016, 1023 with the pursuit. Здравствуй, Эшли. Я понимаю то, что у тебя сейчас трудные времена, депрессия, сегодняшний... Потерять мать — это очень трудно, я тебя понимаю. Если я могу тебе помочь хоть чем-нибудь, обязательно звони мне. Но чтобы ты отдохнул и успокоился, я перенесу нашу встречу на 2 недели, хорошо? Если что, звони. Это все тень! Я знаю, это тяжело пережить. Ты справишься, Эшли, я в тебя верю. Встретимся с тобой через 2 недели. Алло, алло, Эшли. Пожалуйста, ты должен спасти. Я видел то, о чем ты говоришь.
Ты должен нам помочь, Эшли. От этого зависит наши жизни. Здравствуйте, меня зовут. Эшли, я знаю. Откуда? Откуда? Мне карты сказали. Правда? Нет, мой агент сказал мне, когда вы только пришли. Ах, да, запись, точно. Ну зачем же ты пришел? Меня и мои друзья преследуют злая сила. Некий дух или демон. Я не знаю. Это может прозвучать глупо, но нас преследует тень. Ну и что же это, отрыжка сатаны или зовущая сила потустороннего мира? Секунду. Сейчас, секунду. Кажется, да, вот оно. Так, посмотрим. То, что преследует тебя, это темное астральное зло. Тень. Данная зовущая сущность преследует грешников. А, забавно, твой психолог. Как там его? Джордан. А, темное прошлое полночью угодья и насилия. Он был педофилом. А сам ты? Я виновен в автокатастрофе. Из-за меня погибла молодая семья. Убийца. Она хочет забрать вас, чтобы очистить ваши души. Прошлой молитвы не хватит. Можно попытаться открыть дверь между мирами. Отправить зло в его мир. Что ж, я готов. Чудесно, сегодня ночью проведу обряд. Позови своего друга. Для того, чтобы провести обряд, нам надо держаться за руки. Всем троим. Садхун татамела шах. 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 Давайте повторим это все вместе. Садхун татамела шах. Да садхун татамела шах. Сатрун татамела шар. 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 Вы слишком сильно сжимаете мне руку, мистер. О, господи! Что с ним? Не усиливайся, это твоя... Грешники, вы все согрешили в своей жизни.
Надо включить свет! Что? Надо включить свет, придурок! А, забыл. Ты должна прочитать заклинание, чтобы открыть портал. Аманта Станос!